29 мая в столице выпало рекордное количество осадков – 37 миллиметров. В Подмосковье ликвидируют последствия подтоплений. В области из-за дождей пострадали 2 населенных пункта и 5 СНТ. Подтопленными остаются часть дороги, 121 участок и 25 дачных домов. Огромное спасибо человеку, подарившему нам сегодня 5-6 машин. Одну машину песка и 5 машин гравия. Гравий нам нужен был в первую очередь. Доброго здоровья, ребята! Спасибо вам! Ну что, здесь немножко лучше. Так, а мы то, что привезли нам опилки для малышей, отложили только для малышей. Ребята, здесь не пройти пока без сапог. Ну куда ты лезешь босиком? Здесь, ребята, еще плывем вовсю. Вода уходит. Покажи, как вода уходит. Но медленно. Вода уходит, но медленно, ребята. Да. Так, как там малыши наши? Все в порядке? Сухо? Да. Сейчас пойдем смотреть. Ну все, выключай. Там, где вы выглядите.
Тимми новенький. Тихо, Кимба. Это четвертая машина гравия. Ребята, чтобы елку не зацепило! Чтобы елку не зацепило! Лучше бы с той стороны, а? Ну, с той стороны кучи, ладно? Пожалуйста, чуть дальше, а, Дим? Четвертая машина. Пусть цепит. Не зацепит. Чтобы провод не зацепить. Чуть-чуть вперед. Ага. Так, пятая машина гравия. Пятая машина гравия. Отлично. По крайней мере, завтра будем знать, что нам делать. Завтра начнем заниматься отсыпкой вольеров. Ребят, одному из малышей. Да, стало плохо. Остальные маму сосут, а этот сегодня ночью отказался кушать вечером. И вот сегодня до вечера уже не кушает. Поэтому забрали и будем сейчас пытаться что-нибудь сделать. Но таких малышей очень тяжело спасать. Поэтому, ребят, сделаем, что все в наших силах. Совсем крошечный, маленький. Дали глистогонку, и вот ребенку плохо. Сюда. Нет, тот поедет туда, этот пусть здесь.